Итак, друзья, приветствую. Мы на Плаза Майор с Маргаритой. Гид по Мадриду. Добрый вечер всем. Вот, отличненько. И, друзья, уж экскурсии Маргариты сегодня интересное видео записали. Поэтому уже это будет уже на канале, друзья, отдельно. А сейчас мы просто прогуляемся с вами по Плаза Майор. И еще там дальше как-то Соль? Порто-дель-Соль. А, Порто-дель-Соль. Вот, друзья, сейчас туда пойдем. Так, так, так. Оп, не, я сейчас положу все. Пойдем. Маргарита, может быть, в двух словах хотя бы, как вообще здесь, вот что сейчас здесь происходит в Мадриде, хотя бы так вот, как обстановка, одним словом? Да, какая, в смысле, обстановка? Ну, я имею в виду... Коронавируса? Да, коронавируса. Ну, вот все мы ходим в масках, начали прививаться. Уже, да? Вот, уже. Да, да, уже все, уже прививаются, месяц как прививаются, очереди стоят. Очереди даже? Уже? Да, люди очень-очень прививаются. Что, прям сами бегут даже? Ага. Даже их никто... Нет. Сами и просятся, и записываются на прививки. Да. Ну, здесь такое, я не хочу сказать 50-50, но 60% населения все хотят прививаться. 60% да. Населения? Да, 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 хотят прививаться. Но это кому как. Угу. Вот. Я пока не собираюсь, если не заставят. Ну, слушай, это настолько люди набуканы, получается, что вот прям прививаться хотят. Да, ничего себе. Прививаться хотят. И дело в том, что сейчас очень много говорят все у нас на телевидении про... Ага. Покажи. Да, про русскую вакцину. Русская вакцина? Да, сейчас только спутники говорят. Угу. Вот. Это здесь в Испанию хотят сюда его, да? Да, вплоть того, что скоро будут и хотят уже закупать и русскую вакцину. Вакуна. Сюда, вакуна называется, да? Вакуна, сюда. Вакуна, да. Спутник хотят сюда. Да, да, хотят спутник. Сейчас только сначала фыркались, а теперь мне уже дома смеются. Говорят, смотри, смотри, сейчас будут у русских закупать. У русских? У русских закупать будут. Круто вообще, слушай, как интересно. Да, да, это вот у нас так. Покажи, сейчас будем проходить. Ага. Часы. Часы, а, да-да-да, это вот, которые здесь. Мы опять не попадаем в момент, когда я проходила, мы с тобой не стали 5 минут ждать. Шевелящиеся часы. Вот здесь, да, вот эти? Вот. Часовой мастер. Он сейчас немножко, смотри, смотри, шевелится. А, шевелится, да-да-да, вот, ребят. А потом музыка, каждые полчаса музыка играет. Ага, все. А все. Под ним это солнечные часы. Понял. Вот. А сейчас мы проходим по улице. Покажи. Одно дело записали. Ага. Самая да-да. Старая гостиница Мадрида. Вот, ребят, смотрите. Угу. Вот, это идет Посада дель Пейне. 1610 год. Представляете? О, да, очень старый. 1610, это получается 1600, да. 500 лет, что ли, да? Или, ой, 400 лет, да? Да. Ничего себе, да. Это была первая. Вообще первая. До этого гостиница. Ну, вообще, это по-нашему постоялый двор. Постоялый двор. Постоялый двор. Потому что люди приезжали на площадь Майор. То есть базары, ярмарки, люди приезжали. А где-то ж потом переночевать было нужно. А, ну да, сейчас. И, конечно, они жили в этой вот гостинице. То есть постоялый двор. Это сейчас гостиница. А теперь посмотрите, сколько людей. Да, да, тут как не вы не думаете, скажешь. Молодежь? И что вы думаете? Это пиво и какие-то тапосы. Ага. Вот. Стоят все они на этих, как они, намордники? Намордники. В масках. В масках. Правильно. Стоят в масках, а потом уже, что когда едят и пьют, маски снимают. Угу. А так вот, обрати внимание, вот, и твои подписчики, посмотрите, все ходят, конечно, в масках. Угу. Ну в да, масках да, это везде, везде, везде. Жестко все здесь, да, по поводу? Посмотри вот сюда, покажи вот этот домик. Так, вот это лавка. Ага. Посмотрите, вот это религиозная лавка и ширина этого подъезда. А, вот так даже, да? Вот это самый узкий дом Мадрида, 3.12, сама мерила лазером. Это даже прям дом прям, это да? Это дом, внизу да. Лавка, а наверху хозяева живут. Интересно здесь. Угу. Ну, это история от Филиппа II. Ага. Это я на экскурсиях рассказываю. Да, друзья, вот хотите полностью все услышать, приезжайте на экскурсию к Маргарите. Да, я расскажу и покажу. И вкусно накормлю. Да, да. Отлично. Ну, когда конечно, граница откроется, соответственно, да? Пока ну, невозможно да. Сюда. Понятно. Сейчас могут приехать только те, у кого вид на жительство. Ну да, или кто живет, соответственно, в Европе здесь. Вот, там Прибалтика, что? Да, все? Да, европейцы, да. Ну и тоже. Сейчас часть города Мадрида, одни районы закрыты, другие открыты. Тут очень, я говорю, сложно разобраться. Ага. И не знаешь, ехать туда или не ехать. Но я как-то ближе к центру живу, у меня проблем нет именно по городу.
Вот смотри, а ты говорил, что ну, много да. людей. Вот Вау. Немножко прибавилось. Чуть-чуть, да, вот сегодняшним днем? Чуть-чуть прибавилось. Ну, тоже вообще-то народу много очень прямо. Вот. А, и вот здесь хочу я вам тоже. Вот это вход в метро, вот это лифт в метро. И посмотри, белый автобус. Я до этого не за... А что это такое? Не за... Донасьон де Сангре. Это донорство. Донорство? Доноры кровь сдают. Кровь сдают. За деньги, что ли? Без. Да? Бесплатно? В Испании за кровь деньги не платят. А, просто нет, врачи. Это только здесь, люди... Да? Вот они, пожалуйста, вот этот донорство, автобус. Да? Ага. Да, вон Крус Роха, это Красный Крест. А, Красный Крест, да. Красный Крест. Смотрите, очередь, люди сдают кровь. Ничего себе, очередь даже кровь сдавать. Как... Да, да, да. То есть помогают государству. Бывает, у нас объявляют. Ой, полиция, что? Да? Ничего страшного, ничего страшного. Вот, объявляют, что не хватает такой-то группы крови. Народ собрался, очень сознательный народ собрался, сразу пошел кровь сдавать. А, вот посмотри, так, да? Вот улицы. Это торговые улицы Мадрида. Ага. Здесь самая дорогая недвижимость, именно коммерческая. Угу. Коммерческая недвижимость. Вот они. Смотри, какие они все. Да, все шикарные. Магазины. Красота здесь вообще. Вот. То есть, видишь, вечером повеселее. Да, сейчас вообще народу прям вообще море так. Так не море, это чуть-чуть. Чуть-чуть разве, да? Это чуть-чуть. Ну, не скажешь, что чуть-чуть. Вон, Карл Третий. Ага, Карл Третий. Лучший администратор. Ага, ну да. И музыки да. мало. Вот сейчас мы подойдем, там кто-то играет, поет, танцует. Ага. Ну, вообще, конечно, интересно здесь. А так. У нас всегда так, всегда. Всегда здесь, да? Столько народу. Жизнь кипит. Да это мало. Обычно больше. А вон иди поснимай. Ага. Вон посмотри. Кто там, где у нас? А вон, пожалуйста. Ага. Вон парень играет. А что он хочет? Ага. Да, да, классно. Ой, как раз закончил, и он, да? И поставил свой ник, видите, в Инстаграме. А, Инстаграм? Равел Фернандес. Ага. Музыкант. Да, очень классно. Вот тут перекрыли, все, наверное, слушают или нет? Нормально. Люди слушают? Когда слушают, когда нет. Нет, такая обстановка хорошая, размеренная, да? Всегда так. Всегда так? Всегда так. Это сейчас тихо, скучно. А вообще у нас скучно, а всегда весело. Понял, понял. Все, ну, говорит, я тогда пойду прогуляюсь туда или сюда, сейчас туда, лучше туда. А, ты что хочешь? Ты просто по улице можешь пройтись тогда. А, ты хочешь вообще поснимать? Да, немножко снимаю, пойду. А ты еще не едешь? Сейчас попозже поеду, да. Так, ну тогда я с тобой прощаюсь. Да, все, я с тобой прощаюсь, тебе вон туда. Туда, вот по этой улице. Не по этой, да. А вот по той улице. Все, 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 спасибочки. Счастливо, все, приятно познакомиться. До свидания, пока. Пока, пока, Маргарита, спасибо. Пока, пока. Кого? Да, все, все, все. Так. Итак, друзья, мы сейчас с вами немножко прогуляемся перед моим путешествием домой. 18 километров. Сейчас покажу вам немножко здесь центральные улицы. Что сейчас вообще происходит в Мадриде. Какая здесь сейчас обстановка. Ну, сами увидите. Видите, очень людей много. Вообще, прям гуляют. Конечно, полиция стоит. Наблюдают за всем процессом. Корт Инглес. Так, сейчас, друзья, немножко чат посмотрю, и мы с вами пойдем дальше. Когда откроются границы для туристов, не знаю, здесь никто не знает. Приветик, работа там можно найти, разрешение на работу есть. Андрей, наверное, можно, я думаю, там не знаю, кто вы станете, наверное, можно.
Гости, женщину, кофе. Да-да, мы уже только что кофе попили, ребят. Только что кофе попили, сейчас в кафе посидели. Угостил, так что не переживайте. Все нормально. Позитивные. Да-да-да, очень позитивные, друзья. Очень. Так, и это. Пойдемте, пройдемся немножко. Пока у меня GoPro-шка не отрубилась. Хорошо пишет. Немного прогуляемся с вами. Вот такая сейчас обстановка размеренная в центре города. Я сегодня прошелся, конечно, понятно, что Мадрид за один день не ухватишь весь, но хотя бы так по максимуму, по возможности. Здесь, потому что, думаю, вряд ли сюда завтра я приеду уже. Так что, друзья, видите, что здесь происходит? Уже очереди бегут. Вакуна у них переводится как. Вот такая вот обстановка. Интересно, конечно, не ожидал я так. 60% людей прям сами хотят. Обалдеть. Итак. Все открыто вот. Ну, не все, конечно, я думаю, но очень много. Видите, все работает нормально. Опа, смотрите, красота какая. Вот, ребят, смотрите, какая погода. Видите, градусник стоит. 14,5, да, 14 градусов где-то. 14 с копейками. Видите, ребят, погода такая сейчас. Тепло очень, хорошо здесь. Вообще, Маргарита сказала, что здесь зимой не как там на севере Испании. Здесь зимой дождей очень мало. Зимой. Летом здесь печка 40 градусов. Жара. А зимой вообще дождик очень мало, прям, говорит. Поэтому здесь климат такой хороший в этом плане. По крайней мере, без дождей. Конечно, прохладнее, чем сейчас в Аликанте, но без дождей. О, видите, сколько улиц туда-сюда идут, конечно, я тут все не обгуляю. А, ФНАК. Ага. Так, ребята, давай пойдемте обратно. Смотрите, какая красота здесь. Какие-то только, что только нет. Вкусняшки разные. Ой, в общем, все работает. Говорит, все работает до 9. И в 10 часов комендантский час начинается. Один час, чтобы люди с 9 успели добраться до дома. Вот так вот. Не объяснили, здесь расписано. Какие-то районы закрыты. В них, типа, ездить нельзя. Я вот сейчас поеду, конечно, через все районы. Мне 17 километров где-то, я не знаю. По максимуму сейчас попробую доехать на самокате. А там уже, наверное, на электричке там или что придется, как метро. Вот, через какие-то районы здесь, типа того, в какие-то вообще ходить нельзя. Штраф. Вот, поэтому здесь интересно. Какие-то красные зоны. Какие-то можно. Интересно. Жизнь здесь. Кортинглес работает. Все скрыто. Ну или почти все, наверное, вот так можно сказать.
Конечно, друзья, прям куча полиции, блин, ездит. Мы сейчас в кафе сидели, наверное, где-то там около часа с Маргаритой вот болтали и видео записывали. И прям мимо нас 3 раза машина проезжала, а то даже и больше. Прям вообще полиция вот, прям патрулируют постоянно. Конечно. Чуть-чуть людей очень много.